Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале QuestDD, и сегодня в ролике у нас Мелрин на Шторм Спирите. Он имеет 8 ранг, и у него 29 тир на данном герое. Всем приятного просмотра! Итак, давайте к закупу. Он взял себе Ферик, Танго и 4 ветки. Далее хочет выйти в Fast Bottle. На первом левеле он взял себе Реминант, а аспект у него на усиление Реминанта. Окей. Итак, против него у нас в центре будет играть Ятора на Тине 14 ранга. Катка обещает быть безумно интересной, давайте же и полюбуемся. Отличный блок от Мелрина. Далее стягивает линию на своего рейнджа и ставит ее на своем ХГ. Довольно агрессивное начало игры. Очень больно Ятора. Выгоняет его. Далее оттягивает линию и пытается ставить ее на своем ХГ. Делает 4 из 4 на первой пачке. Очень хорошо. Есть левел 2. Песок 8 из 8. Великолепно. Также оттягивает линию на двух рейнджей. Хочет их динаить. Двенадцать из 12 для Мелрина. Вау. Тотальная доминация в центре от него. Доносит себе ботл, можно восстановить ресурсы. Выкладывает ветки для того, чтобы восстановить их как можно больше. Опять же, в очередной раз оттягивает линию на рейнджа каждый раз. Резается руна воды. Подзонил я Тора. Ну все так плохо, у него 11 на 0 отыгрывает. Хорошо себя довольно чувствует. Мелрин тем временем забирает нижнюю руну воды, восстанавливает себе ресурсы, выкладывает ветки, чтобы восстановить их как можно больше. Далее взял себе стики. И дальше хочет выйти в нулик. Верхняя руна воды. Ни в коем случае нельзя давать Ятора, донайте. Хорошо. И тычку ему туда еще. Ятора вырывается на первое место по КС тем временем. Вот и думайте. У нас Пуч нажимает смог. Хочет тянуться под мид, скорее всего. И убить шторма до 6 уровня. Вместе с Тини это возможно. Вот бежит Пуч. Ятора в смоке. Но Мелрин, скорее всего, это видел. Увидел смок от Ятора, понимает, что тут находится Пуч. Даже. А, ну да, даже типает его. Есть 4 уровень, думает пока что взять. Я думаю, Вортекс нужно брать обязательно. 21 на 6 у нас от Мелрина и 15 на 2 от Ятора. Также есть у нас Сентряк. Резается руна воды, 4 минута. Зеркальная игра от двух мидеров. Доносит себе нулик. Ну, я бы сказал, даже ровный матч в центре. Я не ожидал этого. Хороший динай. Есть левел 5, максит реминант тем временем. Докупает себе рейндроп, и дальше выход на СВПТ, и также опс плюс центряк несет себе в центр. 5 минута скоро.
Итак, давайте включим Нетворса. Видим, что Герокоптер занимает у нас первое место, потом идет Шторм, Бристлбэк и также Тинни. Держит линию, не распушивает ее. Доносит себе рейндропку. Да, Тинни убежал, нужно об этом сказать. Ну, я тоже, видимо, ресурсы просто бегал, восстанавливал. Есть шестой уровень для Маларина, есть ультимативная способность, как будто на шестой минуте можно куда-нибудь стянуться. Но тут уже активная игра от вражеских суппортов, стягиваются они под мид, ставятся сентрики, хотят выйти под активку, под Тинни. Ну, все верно, в принципе. Также белка стягивается, руна волшебства для Малорина. Это шикарная руна, как будто можно будет стянуться на любую линию и попробовать убивать. Главное задефать свой опс. Это супер важно. Разбивает вражеский сентряк. Разбить вражеский опс было бы тоже классно. Окей, вообще великолепно все. Как будто если белка обойдет у нас Ятора, даст кем-нибудь в него кнопки, можно будет попробовать убить. Наносит себе тапок, теперь он более мобильный. Нет, играет пока в центре, играет на себя, на свой фарм, никуда не собирается уходить. Есть седьмой уровень, играет 4-1-1. А вот, телепорт на нижнюю линию. Есть руна волшебства, нападение на Бристлбека. Вот это урона и в таверну. Отличный выход у нас от Малорина снизу. Хорошая реализация руны. Супер. То есть тут также мы нашли стаки. Стаки мы любим. Долго, долго их бить. Неудачная пачка. Тем временем Бэйн играет по центр. Малрин тем временем доносит себе ПТ. Дальше ставит себе Каю. Угу. Это нормально. Нападение с ЦМ-кой по Ятора. Ну, слишком плотно. Не хватит урона, не убивает. Плюс также выход, отличный выход у нас от суппортов команды DR на все руны. Руна усиления урона для для Маларина. Классно. Хуч, отличный хук. Подцепили у нас худинга. Наверное, если вортекс по Ятора, хорошо. Подцепили его, хватит урона, хватает урона. Минус Тинни. Дальше бежим за Пуджом. Это даблкил для Маларина. Очень хорошо. Очень хорошо просто. Вырывается сразу же на первое место под Нетворс. 8 минута, 4600 он имеет. Нажимается глиф. Боятся. О, тут стаки. То, что мы любим. Просто то, что мы любим. Тут везде стаков. Тут много, куча стаков. Если Малорин их заберет, то он будет безумно огромным. Заберет у Тинни, заберет у Бристлбека. Ой-ой-ой-ой-ой, какие же проблемы будут у команды Рейдзен. Разбил еще один сентряк. Сколько денег было влито никуда у команды Рейдзен. Просто это смешно даже. Неплохой выход на центр, убили его, главное, что не Малорина. Окей, плевать, пускай. Это нормально, если считаю. На линии как-то опасно стоять, проще сянуться в лес. Оу, тут столько рун богатства, можно стакнуть себе средний кэмп. Восстановить ресурсы.
можно было бы отыграть намного получше. Руна регена, отлично, шикарно, просто руна за шторма. Забрать ее хорошо, но поставили под кук, нужно быть аккуратным. Есть 5 стиков, есть райндропы. Нажимает, это убегает, надо нажимать руна регена. Или мы сдохнем. Руна регена, руна регена. Поставили себе ресурсы. Бьем, бьем, бьем или не бьем? Тебе не подвигает. Руна регена работает. Ук, напали на Пуджа, Колба, Нова, хоть что-нибудь, минус Пудж, шикарно. Дальше ставить себе гоним шарт и выход в БКБ. А гоним шарт? Ну, неплохо, в принципе. Мы играем с Гиром, мы играем с Лондруидом. Почему бы и нет, кстати. Смотрится классно, прикольно. Каю себе также докупили. Можем кому-то как будто выйти на Бейна. Летит. Там под Тавр лезть особо не хочется. Есть 10 уровень, играет 4-1-4-1, играет в активный спул, по таланту пока себе ничего не берет. Неотора залетает, но не хочет рисковать все дальше, понимает, что суппорт находится как будто рядом. Лорин подставляется, отличный хук от Пуджа, подцепили у нас Малрина. Нужна колба, 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 куда-нибудь. Ладно, доживает, на развороте. Ой, еще даже на развороте не хватило, Неотора тут в центре. Если бы Неотора был бы, то это была бы явная бессмертие для Малрина. Ну а так 4-0-1. Все очень классно. Размен суппортами. Окей. Минимальные потери, я бы так сказал. Как будто нужно бежать на базу, восстанавливать себе ресурсы и уже думать, куда лететь. Возможно, даже на нижнюю линию. Может быть, снести тир один тавер. Или же наверх, также под Гира было бы неплохо. Ну, хотя там Гира, у него просто фрифарм 7000 он имеет. Просто невероятно огромный гирокоптер. Вот просто до безумия. Смотрите, там уже скоро гоним у нас будет. О, май. Есть 11 уровень. Дальше взял себе на 10-м, то есть взял на 11-м, но 10-й взял себе правый талант на плюс 20 уровня пассивки. Ага. Накапало денег ему на гоним шарт. Угу. Выход в БКБ, да? Ну ладно. Это классная вещь. Довольно агрессивно отыгрывает, заходит в вражеский лес. Видит только Санкинга и Бейна на карте. Гоним тем временем для Бристлбека. Вау! Довольно ранний тайминг. Этор, Брингдагер, прыгает на Малорина. Отличный тос под Пуджа, под Тавр. Но немножко не успевает по таймингам. Подставляется у нас тем временем Ятора. Заряжает белку ульту. Очень больно Ятора, но нужно играть аккуратнее. Малорина видит у нас также Бейна. Руна щита для себя же. Восстанавливает себе ботл, нажимает руна щита. Минус Ятора тем временем. Дальше подцепили Пуджа, и Пуджа также отправляет в таверну. Итог это минус 2 для команды Дайв. Дальше за Бейном. Бейна также цепанули и убили еще одну. Дальше Сон Кинг копает по всей вражеской команде. Очень хорошо. Много-много-много урона. Но недостаточно. Только убивает Семку. Но этого маловато. Хотелось бы убить кого-нибудь еще. Отличная связка у нас от Худвинга. Хватит урона. Хватает урона. И это минус Сон Кинг. В итоге 4 в 1. Размен в пользу команды Дайв. $8900 у нас для Малорина, $8200 для Гирокоптера и $7400 для Лондруида.
Сашу себе тем временем докупает Малрин, видимо, немножко меняет план, немножко меняет закуп. Кай и Яша, ну, это классно, это хорошо. 6-0-2 на 15-й минуте, плюс 5000. Ведет команда, да, очень хорошо. Подцепили Билбейна, как-то слишком агрессивно он отыграл. Зашел во вражеский лес, как будто это была его ошибка. Прислал бэк, на подцепь подошел. Лондруида подцепили очень больно. Летит у нас Малрин. Минус Бэйн. Отлично ульт от Белки. И также отправляется в таверну у нас Бристлбэк. Бегут дальше. Подцепили Пуджа. И Пуджа мы также отправляем в таверну. Даблкил для Малрина. Классно. 16 минута. Активка совсем скоро. Хотелось бы распушить линию, забрать активку. Он воду еще не стакует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая великолепная игра. Вот суппорт команды Дайер. Это у нас руна ускорения снизу для Малрина. Дальше ставит себя Бичблейд. Возможно, выход у нас в Паразм. На шторма классная шмотка, мне нравится. Огоните временем для гирокоптера. Видит Ятора. Прыгает на него. Ятора на чухе просто отблинкуется и убегает. Как он это читает, я даже не знаю. Давайте посмотрим по шмоткам. Я вижу блиндагер, вижу огонь, вижу блудстоун. У команды дайр огонь и крики. Отпас также для худинга. Немножко выход не удался, но ничего страшного. Ждем. Ятора прыгает. Выйти на Бэйна. Как будто не хватит урона, мне кажется. И нужно отойти. Есть 15 стиков. Как будто можно задуматься вернуться обратно в файт. Но не хочется. Да. Дефенс у нас команда Дайр. Убивают они Худвинг. Убивают Сэнк. Убивают Лондруиды. Слишком много. И нужно ретироваться. Восемнадцатая минута, активка. Руна невидимости снизу, но не захотел идти. Бежал дефать верхнюю линию, там убили Санкинга, неплохо, можно было бы забрать нижнюю на руну. Ладно. Задумались о Рошане. В 18 минуте с Лондруидом, с огромным просто гирокоптером, 12000. В принципе, почему бы нет, урона достаточно, урона хватит. Бить довольно долго, но ничего. Все команды стягиваются на Рошана. А, я также вижу огонь шарф у нас для Штам Спирита, это классно. Вот из-за этого, скорее всего, они и пошли бьет Рошана. Плюс также Аегис для Малрина. Окей. Улетает через телепорт на нижнюю линию. Возможно, хоть кого-нибудь найти. Тут у нас уже расставлены отличные варды от команды ДР. Вообще у них шикарный вижен. Мне нравится. Видит Санкинга. Было бы неплохо его убить. Лишь также выйти на Тирдотавр снизу и снести его. Блинкдаггер тем временем для Санкинга. Неплохо. Байтит на центр. Герокоптер, Андрей. Да, это выход у нас на Мидтавр. Как будто можно было бы снести Тир 2. Потом сместиться на Мид. Снести Мид. И попробовать выйти на Тирдотавр в центре.
20-я минута, руна ускорения для Малорина. И дальше ставится по-разному. Вот такой вот у нас выход, без БКБ играет, без ничего. Ну, как будто линку хотя бы можно тут купить. У нас все-таки Бенсон, Кинг. Смог, да смог. Вичблейд тебе докупил. От Бэйна. Отцепили. Хватит ли урона. Вот это урон. И это супер просто. Дальше как бы садимся на Куджа. Куджа мы также в таверну. Я Тора также рядышком. Но вообще не наносит урона у нас Малорин. Хотя убивает. Богоподобен. Бабайбэк у нас. Как будто стоит отойти. Не хочется рисковать. Но добить я Тора очень сильно хочется. Отличный вортекс. И также минус я Тора. Три байбэка. Ну, это конец. Если они сейчас умрут, но тут нет, нет, нет. Ну зачем было так? Зачем было оставаться? Это для меня непонятно. Садимся на Пуджа, бьем Пуджа и просто-напросто убежим. 11 стиков у нас есть, не боимся ничего. Дальше, дальше, дальше. Окей. Жим, давайте посмотрим итоги боя. 6 игроков у нас сдохло, даже 7, я бы так сказал, у команды Реддингов, но куча байбеков. Ну, все равно преимущество за командой Дайра. БКБ для гирокоптера появляется. Ну и пока игра немножко подутихла. Руны щита для Малорина. Также, кстати, не сказал ему, на 15 уровне он взял себе правый талант. Здоровью. Ну, игра немножко подутихла. Все играют на себя, на свой фарм особо никуда не лезут. Как будто можно подождать Рошана, можно подождать шмотки на шторме. У нас огромный гирокоптер, мы особо никуда не спешим. У нас отлично чувствует себя также лондруид. У нас куча гоним шардов. Тут у нас орчит уже появляется, тут у нас уже есть паразма. Тут доедаус возможен уже. Ну, то есть очень-очень-очень хорошо себя чувствует команда Дарь. 12 тысяч они ведут. О чем тут можно говорить? Люди фармят просто. Стягивается под мид. Возможно, не видит никого из врагов. И поэтому опасается, что на гирокоптера могут выйти. Было бы неплохо его подсейвить. Возможно, кстати, здесь отличная шмотка Ганим. Мне нравится очень. По-разному. Тем временем. 15 тысяч нетворс. Прыгаем на Санкинга. Но там, блин, даггер шикарный. Слабака видит в центре, но под ним находится уже два героя. Отличные апсы у нас от команды Дарь, я об этом не забываю. Говорит, видит всю вражескую команду, как будто хочется прыгнуть на Ятора. Прыгать на Ятора неплохо, но команда это подсейвит, пуш находится сзади. М-м-м.
Тяжеловато, конечно. Тяжеловато что-либо сделать. Ну, как будто нужно фармить. Преимущество потихоньку падает. Неприятно. Команда Radiant все хорошо делает. Отлично делят карту и отлично фармит на ней же. А вот у команды DR огромные проблемы. Преимущество не растет, преимущество наоборот падает. Нужно какие-то действия предпринимать. Возможно, даже зайти на ХГ, подняться, попробовать снести. Поднимается на ХГ. Он друид. Время на ХГ. Отличный реминант. Сбивает у нас блинк даггер с Кингу. Там же он был, да? Я ничего не попутал. А, боятся, не хотят и просто-напросто отбегают. Ну, видимо, сложно подняться на ХГ. Возможно, герокоптер не чувствует сейчас свою силу. Хотя есть уже почти дедаунс. Тут у нас уже Блуторн появляется. Ну, очень запакованный командир. Нажимается пауза, вылетает герокоптер. Так, а, ну вот. Из-за этого, скорее всего, просто-напросто отошли. Ускорим эту игру для того, чтобы не ждать лишнее время. Отличный скан от команды Dire. Понимаете, где находятся враги. 20 левел также для герокоптера. Это очень хорошо. Ну вот бы Мелрину был левел 20. Было бы тоже классно. Давайте еще... Что у нас там по айтемам посмотрим. Я Торокханда, блин, Дагер, выход в БКБ. Блудстоун плюс Аганим для Бристалбека, Блудстоун плюс Даггер для Сенкинга, выход в Шиву, скорее всего, и также есть Вейл. Тут мы видели, тут мы, да. Вот у Андроида интересно, что посмотреть. Ларинка слишком быстро чекнул и не успел. Ага. Я понял. Запакованный. Ну, вся команда, наверное, находится в топе. 18, 16, 15. Очень хорошо они фармят. Очень. Герокоптер дальше, Shadow Blade. Ждут Рошана 2.5 минуты. Господи, как же это долго. Но ничего страшного, будем ждать, надеяться, смотреть. Но игра максимально подутихла. Никто ничего не делает, все просто фармят. Тут даже сказать особо нечем. Не бегают туда-сюда. Фармят там, тут. Пытаются кого-то убивать, но команда стоит за ними, убить довольно сложно. Аккуратную доту играют у нас два коллектива. Один Radiant'ов, а другой Dire. Ждем Рошана. Отпушиваем линии. Может быть, словить кого-нибудь на активке. Попробовать. Маларин так думает играть. Руна снизу. Это усиление урона. Никто не забирает. Есть руна, это всегда хорошо. С ней можно навести какую-нибудь суету по карте. Улетает у нас на верхнюю линию. Тут у нас отличный скан от сил тьмы. Понимаешь, что находится команда Radiant'ов. Шторм влетает на Бристалбека. Нужно убить как-то быстро под герокоптером. Хорошо, урона хватает. Минус Бристалбек. Без Бэбека. Дальше сидимся на Ятора. Ятора нужно также убивать. Ятора также отправлять от Аэрну. Это уже минус 2. Бегу дальше за Бэйна. Бэйна хочет убить. Но отличный стенд. Со скинга. Господи ты мой. Как же много урона. Минус уже Бэйн. Отлично. Хороший размен. Дальше зацепили у нас Пуджа. Даблкил для Пудвинга. И для Санкинга. Отличный орчит. И в таверну, дружище. По итогу это Team Vibe. Team Vibe для команды Radiant'ов. И 5 в 1. 5 в 1 все-таки. Очень хорошо пофайтились. Просто супер. Таги боя. 10 тысяч экспы. 5800. 5 тысяч урон. Вау. Ну и также левел 20 у нас для Малорина, плюс Вортекс, это скорее всего у нас будет выход в дальнейшем в Аганим. Аганим это классная способность, мне нравится, на шторме, мини-РП такое. Дальше ставить себе линку, линка больше как-то под сейф. Дейдаус у нас для гирокоптера, 21 тысяча у него есть, 17 тысяч только у Бристалбека.
Мне кажется, как будто это конец. Убивают Рошана, бегут по любой линии, заканчивают просто. Что тут думать? Чего бояться, по сути. Выход на Пуджа. Хотя, как будто, если хотим закончить, то лучше выбрать не Линку, какой-нибудь Хекс, может быть, какой-нибудь Орчид с Булторна было бы неплохо. Без БКБ играет он на Шторм. Очень агрессивно, очень агрессивно. Один стан, и он умрет, скорее всего. Но не боится, не боится. Малорин играет на железных яйцах просто. Рошан есть, почему бы не убить? Не хотят. Выход на Рошана. Отлично. Начинают бить. Учит Рошан. Понимает об этом команда Райдентов, но как будто находится слишком далеко. Рошан падает просто в секунду. И это... Ага. Геркоптеру отдали Аегис. Баннер отдали Маларину, но он уже отдал. И пойдет по нижней линии, но это логично. Уже самое время. Линкубу в идеале бы себя как-нибудь добить и пойти уже. Но долго бить не стоит. 18 тысяч вы ведете, ну куда уже фармить? Я понимаю, что очень сильно хочется. Линкуда фармил, дальше ставить себе Хекс. Хекс — это отличный выбор просто. Максимальный контроль мне безумно нравится, этот айтем. Агрессивно слишком отыграла у нас команда Дайр. Подцепили у нас гирокоптер, выбили из него Аегис. Я Тора подставился в таверну. Гирокоптер начинает что-то делать, пытаться хоть как-то бить. Бриста также подцепили и отправили его в таверну. По итогу это минус 2 кора. Ну и как будто это минус ми. Дальше подцепили также у нас Пуджа. Есть такой, да, достань, никого нет, ничего нету. Хотелось бы доста, пожалуйста, суппорт. Но ценка-то сдохла, скорее всего, был даст у нее. Ну, тут уже Мелрин просто без комментариев разносит врагов. Не боится буквально что-то ничего. Линка также у него есть. Ну и просто бьют Т2 Тавр. Итоги файта 4-2 в пользу команды, да. Дальше поднимается на ХГ, байбек от Пуджа, ну всем плевать на этот байбек в принципе. Гриф пытается хоть как-то задержать, ставится у нас баннер и скорее всего падает у нас центральная линия. Сентинга подцепили, но хороший подцеп от Пуджа. Летит у нас Ятора. Хороший аваланч, потеряли медведя. Но это минимально потеряли. А нет, убили он друида по итогу. Ох ты мой как. Окей, это неприятно. Как будто очень сильно хочется его 25-й для себя. Руны усиления урона для Маларина. Но пока без ресурсов, нужно подождать немножко. БКБ у нас для Ятора. Давайте вообще посмотрим, что у нас по айтемам в этой катке. БКБ, Булторн, это мы все видели. Два глеймера. Ага. Солар для ЦМки. У всех огоним шарды. Далее выход у нас в Сатаник для гирокоптера. Но это базовый закуп. Ну, кроме Сильвера, но тот себе необходимо вам. Крифлбека. Понятно. Как будто можно бабочку себе докупить или же на свифт блинк.
Мне кажется, в идеале нужно подождать Аршана и просто-напросто убить, забрать там, скорее всего, будет нас Аганим, Баннер и также Аегис. Забираем его и просто заканчиваем игру. Смог от команды. Рейдинг подцепили, он друида и отправили в таверну на 80 секунд. Мини-камбэк, также Пудинга убили. 24 уровень, все-таки еще пока для Малорина. Далее выход у нас на Т2, и преимущество потихоньку-потихоньку падает. Две тысячи отвоевали. Как будто нулик можно продать. Хотя, не, есть слот. Есть левел 25, взялся правый талант. На пассивку. Руна регена. Очень хорошо. Сатаник тем временем для гирокоптера и также ген для ЦМ-ки. Рошан 2,5 минуты. Саша Яша для Бристлбека. Мне кажется, довольно позднее. Это шлак, а не айта на данной минуте игры. Как будто можно было бы что-нибудь получше выдумать. Который, скорее всего, не годует уже. Появляется Хекс для Малорина. Вот с ним можно вести суету. Сразу же нажимается как будто смог под него. А, еще пусть дают Аегис. Очень Аегис Аген. Настолько прям, да? Бегут на Бэйна. И Бэйна в таверну. Также минус Пуч. Бристл. Хекс через две. Одна. Уже сделали минус 4, остается один Бристлбек, и Бристлбек также отправляется в таверну. По итогу это даблкил у нас для кого там был? Для Малорина. 2000 в запасе уже есть, 26 уровень и 21 тысяча за команды Дайр. Ну какой-нибудь рефреш, я не знаю, неплохо смотрится. Что еще? ВКБ. Блуторн. Шива. Прыгает. Вот Т4 за Бэйном. Хватает урона и отправляет его в таверну. Дальше сел на Т4. Добьет? Так надо добивать. Нет, ну они по нижней линии хотят, да? Нажимается гриф. Для Бристлбека долго, для Бэйна долго. Минус нижняя линия. Как будто, мне кажется, надо было идти в трон, но они играют больше на Верочку. Сильно рисковать не хотят. Их можно понять. Кираса появляется для Лондруида. Это отличный айтем на файт и также на пуш потенциал. Хорошо на месте, как будто можно было бы его убить. Вот уже бьет гирокоптер. Есть Аегис, очень есть Аганим.
Аганим отдает Малорину, кушает он его. И это есть Аганим, Скептор. Ой-ой-ой, рефреша даже себе ставит, все верно. Два вортекса, два реминанта будет, два хикса. Это безумие какое-то. В сути, есть уже рефреш, можно купить. 40-я минута игры. Вражеский опс, но играет аккуратно. Рефреш доносит себе. 5 слотов. Можно сказать 6. Есть вортекс, как будто можно, но Бэйн его пока кушает. Очень-очень-очень плотно, смотри, не могут его убить. Отличный вортекс. Ой, минус 2 делает уже. Очень хорошая игра, даже под спиду Бэйна. Бэйн также отправляет у нас в таверну, по итогу это минус 3. Рефреш нажимает, бежит дальше. Отличный хекс, подцепил вортексом. Минус инкинг. Минус эти два тавер. Байбек от Сэмки. Дальше прыгает. Пытается подцепить Бриста, но там сложно уже. Лондрит ломает последнюю линию. Ну тут уже можно идти смело в трон. Минус последняя линия. И также минус бараки. Голая база остается. Подцепили Бриста. Есть Хекс. Как нужно бы его убить? Хекс. Вортекс через 7. Тяжело команда не поддержала, но все равно это победа для Малорина. Итак, у нас 20-0-15. Просто великолепная, чистейшая игра у нас от Малорина. 41 минута кайфа. Великолепная катка на шторме. Шторм все еще в мете, все еще сильный. Вы сами видели, сами наблюдали. Даже в Ятора на тени он выиграл мид и побежал дальше убивать всю вражескую команду вместе со своими суппортами. Катка огонь, мне зашла. И надеюсь и вам. Всем спасибо, ребята, за просмотр. И всем пока.